Всем привет, вы на канале Эдльвейс. Это прохождение Звутава в Майнкрафте 2.0 и мы в особняке. И да, мы на втором этаже. Слушай, подожди. Мы на втором этаже, знаешь, что не сделали? Там еще был один проход налево, по-моему, и мы туда не пошли. Так что идем туда. Это нам нужно на второй этаж. Поприветствуйся. А, это мы с Диггером. Да. Ну, приветствуйся. Всем привет. Он походу не хочет сломать. Мне, кстати, нужна новая бронька, потому что да, у меня уже она ломается. Всем привет. Блин, начинается. Короче, мы тогда были всем почти кипуки. Идем на второй этаж, потому что я вспомнил, ну, точнее, когда пересматривал. Я смотрел то, что там, видел то, что мы туда не пошли, да? А там может быть что-то интересненькое. Так, тут мы были. Нам нужно, знаешь, куда? Нам нужно вот туда. Слушай, а скинешь мне один этот? Взрывай! Понятно? Второй этажик. Так, крутые. Фига себе, у тебя мечик. Вот рано ты вот так находишь. Сколько у тебя? Я ненавижу типа. Нет! Алло. Алло. Да. Угу. Так, давай. На первый этаж иди, там поставим по кровати этот endpoint, чтобы можно было нормально. Каникул подходит к концу. Ладно, заходи там. Мамочка. Нет. Ты где? Переулок. Переулок? А, окей. Ну, ты на втором этаже? Я, да. Поддрал. Пойдем туда. Так. Мамочка, спасите. Давай вместе на него нападать. Слушай, а вот у тебя был мой тотем бессмертия. Отдай мне его, я его не буду использовать, мне просто он нужен. Потому что, ты меня обманешь. А? Блин, тебе плохо слышно. Ты можешь погромче говорить? Я помогу. Мамочка. Когда а, тогда ладно. Вы просто извините, он болеет. Не закаляется мужик, чё. Так, дыры нужно заделать. А то мы же снимаем все таки Да откуда они вылетают? Где этот поборник? Где поборник? Нет. Поборник, собака, выходи! Нет, не поборник его зовут, а как-то по-другому. А вот я его нашел. А. Ой, я, кстати, убил. Ой. Его. Че там, земля клубу? Да, один. Короче, мы уничтожаем поборника, а вы смотрите под музычку эту. Убил. Тотем бессмертия мой. И еще один отдай тотем бессмертия.
далеко не так красиво. Это я понимаю. Убивай его. Не гаси, не гаси его. Сам что-то кинул, а ты сам не взял. Я умер тогда, между прочим. А ты его взял. Отдай. Сэнка. И там еще изумруд твой был. Ладно, выканул не спорит. Блин, вот давай ты их убивай, вреден этих дебильных. А ты их не гаси, если ты к ним будешь нормально приезжать. Я пошутил. Долг отдам, обещаю. Так, что там у нас? Книжные полки. Добывай книжные полки, а я пока дыры заделаю. Так, вроде нормально тут. А ты где? Ты на втором или на первом? Я на втором. Сегодня с целью попасть в вас. Так, в этой серии мы должны пойти в шахту, да? В шахту мы пошли переходили. Слушай. Окей. Ну все, тут, в принципе, мы все обыскали. А, подожди. Тут есть секретная комната. Да, тут есть секретная комната. Или не секретная комната. Вот тут у нас секретная. Офигеть! Вот я не знаю, но она не столь редкая, но она редкая. Не прям вообще вау-вау-вау редкая. Она, ну, довольно редкая. Давай, как Джон Сина, мы выходим отсюда. Я еще придумал. Да, я думаю, тут не будет, или пока не будет, или не почти. Слушай, ну все, мы, в принципе, уходим отсюда. Вы студент находиться. Да, а у тебя есть один кремень? Кремень нет. Жаль. Ой, это очень... Ну, а тогда, подожди, а тогда этот... ну, чтобы там поджечь наш домик. У меня полностью броня с мамой. Ну, я даже знаю, чем мы сейчас пойдем заниматься. Мы идем в шахту, если кто-то не понял. Идем. В шахту идем. Ты где? На выход. Так, я заберу свою проводку. Так, я вообще предлагаю... Слушай, ковры мне выкидывать или нет? Или в дом посадим? Может, для дома. Да, я оставлю все-таки. Как строительный дома. Слушай, подожди, а может быть наш дом будет? Да. Вот это. Нет, что? Подожди. Музыка. Сейчас погода вот так вот. И что ты хотел сказать? Смотри, для дома он не подойдет. Как жить? Да подойдет для других целей, потом покажу. Нельзя можно сделать ферму, допустим. Ну куда идем? Из этого мы сами построим дом. Окей, давай рядом построим дом. И знаешь, что сделаем еще? Хотим пойти вообще посмотреть, где мы вообще живем. Ну вот я предлагаю вообще тут жить. Нам еще. Вон, я полянка есть. В пустыне пойти. Пошли в пустыне. А что это такое? Что это? Подожди, сейчас подъедаем за мной. Знаешь, что это такое? Это деревня. О, из воды есть. Да и еды. Где наверх-то? Поставь просто. Знаешь, что еще тут есть? Заброшенный портал. Это вообще самый лучший хит. Золотой меч на починку и золотая кирка на эффективность. А огнево, кремень, золотая... В общем, забирай. Просто нам офигеть как повезло. У меня золотой меч на починку, прикинь. Так, ну, все вот, еще золотой блок я забрал его. Ты обстоит на портал хотя бы, он вообще полностью сделал. Нет, он не полностью сделал, тут плачущий обсидиан есть. Плачущий обсидиан, он тоже сделал. Что? Ну тут не весь. Но есть надежда на кузницу, но это вроде она такая. Она как-то бедная кузница. Сделан. Что? Хватает пару блоков. Раз, может, три. Сделано. Конечно, не сделано,
Я тут занимаюсь железкой. Давай, куча. Подожди, а там нету на кого-то этой кузницы? Тут, кстати, еды дофигища, мы можем забрать этот. Мне выпало 7 кусков железа. Но я уже не помню, честно. Колодец? Так, забирай, знаешь что, забирай? А, вот пшеницу забирай, тут еды дофигища. Давай, короче, какой-то дом сделаем. Может, тут дело? Я тебе вообще предлагаю куда-то уйти, прям далеко. Либо же тут как раз. Я хочу тут. Вот. Так, я пойду еще возьму. Слушай, ну я тебе скажу так, старт офигенный просто. А просто это что у нас есть? У нас есть золотой меч на починку. Это вообще прям имбуля. Можно накинуть прочность. А ну хотя он что-то не очень. Он слипкий, золото слипкое. Но очень. Но лучше, чем алмазный меч. Ну, почему? У него 4 урона на золотом. Тем временем у меня железный меч на 6. Вот был. Книжные полки забираешь? А сколько у тебя книжных полок? У меня только книги есть. Я знаю. Сколько? Так, 11 карт. И еще тут одна книга. Ну я там не все книги забрал, там еще их куча. Ну понял. Это пустынный храм. Это пустынный храм. Это пустынный храм. Где пустынный храм? Вот тут пустынный храм. Не прыгай, только тут. А я думал, это. Так, тут динамитик. Тут. Подожди, не трогай. Мое. Пусть это твое. Слушай, ну я первый ее нашел. О, алмазная конская броня. Золотые. Тоже мои. А что там у тебя было? Блин. Вот железка была еще, нитки. Так, я заберу, пожалуй. Какие вещи? Нет, подожди. Так, что, мне тут все нужно. Опа, все забрал. Вроде бы все. Что, я все забрал. Выходим отсюда. Забирай, знаешь, что там есть? Там есть кости, забери их. Слушай, не хочешь выпить трезубец? Трезубец на подводнике. А как его починить? Его починить как-нибудь можно? Не знаю, ну на другие, значит, трезубцы. А, можно... Не, ну просто я знаю, как там, я когда смотрел где-нибудь видео, у кого-то есть прям он починенный такой. Ну... Ты чё же... Понятно. Не экономно. Дай! За тотем. Понял. Топор сломался. У меня 2 сердечка. Так. У меня дофигища пшеницы. Так, что? Что у меня тут есть? Торговец, пшеница за 1 изумруд, погоди-ка, ты мне нужен. Пшеница за 1 изумруд? 20 пшениц за 1 изумруд. О, прикол. Давай. Ну сейчас, подожди, нам... Подожди, скрафти мне, пожалуйста... Давай, подожди, давай вот сразу дом делать. Мы тут делаем дом. Да, не знаю. Выйди меня сейчас. Тут делаем дом, сам. Я добываю, получается. Тогда знаешь что, строй дом, начинай строить дом, а я пока буду с ним торговаться. Блин, понимаешь, она бедная деревня, тут ничего нету. Я тебе предлагаю какую-нибудь деревню, которая, ну вот... Вот это пещерка. Вот это вот, блин. Это я нашел, так что кузница моя.
Быстрей. Пойдет. Быстрей. Быстрей, кузница. Кузница, кузница. Уходи, моя маленькая. Офигенная. Давай тут. Давай тут ночевать. Давай, ночуем. Ночуем тут. Ночуем. Ночуем. Ответь, я кузница, блин, где? Да и зачем? Ну что, нам не идем, ночуем. Тут офигенно, все, тут живем. Тут живем. Ушел. Ушел с кровати. Еще совсем плохо. Давай, все, садись. Ложись спать, быстрей. Ложись спать. Спать, ложись. Ходи ты. А что ты делаешь? Пить забыла. Да блин, давай потом. Ну ночь же. Попроси тут. Там спать заняли. Знаю. Ты будешь спать? Я уже сплю. Все. Ты не спишь. Блин, ты, блин, я тебя просил, ты спи, мне теперь нужно кровать занимать. Все, спи. Все, мы проснулись, новый день на дворе, малышарики. А мы сейчас добудем, да? Тут живем или пойдем в другое место? Тут живем. Все, смотри, я сейчас тогда посею арбузы, да? Сей арбузы. А делаешь их в... На. Делаешь их в эти... Ну, нет места. А ты наш один богатый? Места много? Давай. Нифига не места. Мало у меня. На, тут книжки валяются. Чего ты подсказал? Так, там нужны алмазы, чтобы... О, он уголь подает... 15 угля за 1 минуту. Нам он самый нужен. Сам уголь нужен. Нам. Сейчас я выкину и буду собирать пшеницу. Ну, в снопа. Блин, я ненавижу, когда забит этот инвентарь. И знаешь, все нужно, а вот не можешь, потому что... Не-не-не, братан, не покушайся! У меня тут топор есть, он войдет в историческую, в музей мы его поставим. Да? Который был устроить яму, понятно. Ну как мишки, как у меня мишек этот, у крота яму, помнишь? Это если что, не реклама. Ну это путь искал, помнишь? Владимир Путин, как там это? Как эта песенка на это? Путин, молодец. Ну вот. Владимир Путин, молодец. Не, ну реально Владимир Путин крутой, да? Молодец. А тебе нравится Владимир Путин? Ты бы хотел его увидеть? Не знаю, это мой... Раз в моей стране, то, конечно, наверное, не знаю. Я его люблю. Не в переносном, смысле. Ой. Не в таком смысле, в переносном. А то, что тут выдумал, блин. Слушай, а мы сам будем строить дом или заберем какой-нибудь? Конечно, мы сами строим. Трейда от понял, да? Это тем временем ушел. Иди! Слушай, ты хочешь? Давай.
Ладно. Всё, пошли. Так, надо было тут всё. Он ушел, он ушел на тот свет. Я тут ни при чем, это все зомби. Я вообще начал запись. У меня есть это. Доказательство, что ты меня обижаешь. Что ты? Ой. Махати. Что, давай, капал. Давай. Слушай, их можно как-нибудь покрасить? Стой! Я все объясню! Мне заказали лох. А, это я лох. Ты лох. А как это? Отдай! Отдай! Ну мы играли не на жизнь, а... Макс, отдай! Ты офигевший! Макс, отдай! Что отдай? Макс, так нельзя... Макс, это не значит то, что ты, блин, можешь со всеми командовать. Отдал все мои вещи. Погоди ты. Еще давай! Погоди. И моё еще отдавай. Вот эти отдай. Как их? У меня были эти, как их там? Фига, у меня хлеба было. Хочешь, я с собой хлебом поделюсь? Хочешь, я тебе куплю за один тотем вообще твои эти флаги? Делай, потому что я сделаю ферму. Да.
Нет, там будет больше топлива, чем у тебя. Заходи, Паша. Сейчас подожди. Мне нужны палочки. А для палочек нужен топорик. Чтобы. А где мой меч? А, ты их видел. Да. Что ничего вообще ел? Слушай, мне нужно научиться. Дом лоха, дом лоха, дом лоха. Ладно, все, пока, подожди. Ладно, сейчас забей, пожалуйста. Это поставь. Дом лоха. А могу опять подключить. Так, у меня тут. Я смотрел на. Подожди, да не. А еще у меня был этот, кстати. Щит. А, щит у меня вот. Кровать отдал. Кровать мать. Зачем, может, ты что-то отдал? Да не бей! Пол сердечко оставил. Ага, блин, мне нужен сейчас этот, как голем. Обойдёшь, тут голем. Да как ты, да ты офигел! ТПхай меня к себе! ТПхай! Задрал меня! Ты не сохранился. Иди ты в своем доме сохраняйся. Блин, ну что я тебе сделал сейчас-то? Интересно. Был Эдельвейс. Вот она ли, погоди ты. А, ну сейчас. Ну хотя бы так, чтобы, блин, фонтанчик был какой-то. Это сюда. Ну а с вами был Эдельвейс, Дигер, восклицательный знак и Майнкрафт 2.0. Всем пока!